Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на строительной площадке «Сувалмаш». С вами, как всегда, Александр Сударев. И сегодня мы расскажем, так сказать, новости с полей, чем занимаются наши строители, над чем ведутся работы, и посмотрим за некоторыми процессами с вами лично. Но стоит сразу отметить, что работ проводится действительно очень много, и большинство из них имеет рутинный характер, и ничего нового вы не увидите. Но то, что можно наглядно, так сказать, продемонстрировать и на чем сделать акцент, мы это обязательно сделаем. Вот, собственно, за моей спиной видно, как поставили новые оси, и опытно-производственная часть здания начинает уже граничить с территорией будущего АБК, административно-бытового корпуса. Разграничивает их сейчас пожарный разрыв, который уже установлен, и я думаю, наши специалисты сейчас подснимут этот материал и покажут вам более крупным планом. И тоже характерно видно, что уже на территорию АБК вышли с монтажом плит цокольного этажа. Уже выполнена обвязка арматуры первой секции лифтовой шахты, и как бы работа движется очень быстро. В прошлых наших видео вот тот лестничный марш, который мы с вами сейчас наблюдаем, он был еще вне здания, а сейчас он уже полностью завязан металлоконструкциями, и это говорит о том, что уже в ближайшее время строительные бригады смогут установить опалубку и приступить к отливке бетона для того, чтобы продолжить расти вверх. Но давайте мы с этой точки с вами переместимся дальше и посмотрим, что же было еще сделано и что изменилось за этот короткий промежуток времени. Пойдемте. Лестничные марши. Лестничный марш вот в этом месте уже характерно, что вышел на третий этаж. Сейчас производится также обвязка арматуры для того, чтобы в дальнейшем установить опалубку и продолжить выход уже на крышу. Доступ к кровле будет. Это уже хорошее достижение, скажем так. Ну и вот обратите внимание, что происходит вот здесь. Вот здесь мы вам ранее показывали, как устанавливали приямок. И сейчас уже с него сняли опалубку, отлили бетоном, и делается гидроизоляция. Здесь будет скоммутированы, скажем так, кабельное хозяйство скоммутировано. И я думаю, что позже мы продемонстрируем, как это будет выглядеть. Но даже вот сейчас выглядит очень внушающе. Ну и возвращаясь, собственно, к теме земельных работ, здесь мы уже видим следующую, скажем так, стадию. Уже смонтирована секция канализации. В прошлом видео мы демонстрировали, что она была проверена на герметичность, то есть залита водой, и утечек, скажем так, обнаружено не было. Соответственно, после того, как убедились в ее работоспособности, начата производиться обратная отсыпка грунта с последующим уплотнением. И, ну, в принципе, то, как это производилось по территории всего ПКТБ, только там это делали виброкатком, а здесь, соответственно, это виброплита уже, которая позволяет делать эту работу более ювелирно. Поэтому эту работу предстоит сделать, так сказать, везде, где происходит взрыв грунта и устанавливаются коммуникации, укладываются. Пойдемте дальше. Ну вот с этого ракурса, да, если вот оператор туда покажет, то многие говорили о том, что у нас стройка какая-то бутафорная, что нету грязи, чего-то там, отходов каких-то и тому подобное. Но на самом деле можно увидеть, что сейчас мы вошли в ту фазу, когда действительно появляется большое количество отходов, и это упаковки всевозможные, которые позволяют довозить до нас без повреждения элементы, из которых собирается ПКТБ и так далее. Вот поэтому сейчас это изобилует, так сказать, на строительной площадке, но ребята занимаются тем, что погружают все это в контейнера и, соответственно, утилизируют. Вот обратите внимание, вот с этой ракурса очень хорошо видно, что данный лестничный марш уже вышел на крышу, то есть осталось, опять же, там произведена обвязка арматуры, осталось только установить опалубку, залить, и все, выход на крышу уже полностью готов. По-моему, это первый выход в этом здании, который именно вот с лестничного марша осуществлен. Поэтому практически исторический момент. Пойдемте переведем на складскую часть. Я думаю, мы это сейчас с вами сделаем быстро, как делают блогеры. И вот мы уже здесь. Складская территория выглядит несколько иначе. На ней практически ничего не осталось. И действительно,
Сейчас расчищается металлоконструкция, они перемещаются к лицевой части здания, ближе к АБК, для того, чтобы, соответственно, начать осуществлять монтаж самого АБК и подступающей к нему осей. Здание уже приобретает законченный вид, и вот эта площадка, которая освободилась, на самом деле будет в скором времени опять же заставлена новыми материалами, потому что уже мы подходим к тому, что необходимо начать монтаж ограждающих конструкций, и для того, чтобы это было осуществимо, необходимо их сначала завести, где-то складировать, потом отсортировать и, соответственно, уже приступить к монтажу. Опять же, представьте себе, какое количество утеплительного материала необходимо сюда завести для того, чтобы обеспечить комфортные условия труда в будущем по КТБ. Вот, я думаю, что представить это будет довольно сложно тем, кто со строительством не связан, ну а тем, кто связан, я думаю, и так все понятно, масштаб, так сказать, бедствия. А если посмотреть на здание с этого ракурса, то вот как раз очень наглядно видно, опять же, лестничный марш, который уже выходит на крышу с правой стороны, с левой стороны тоже уже подобрались, то есть осталось два этапа заливки бетона. Ну и отсюда очень хорошо видна кровля, которая уже тоже начинает распространяться по всему периметру здания, по всей крыше. Я думаю, что уже в скором времени мы с вами сможем посмотреть, как здание будет выглядеть закрытым. Ну пока съемочную бригаду краном не накрыло, надо отсюда уходить. Обратите внимание, это вот как раз-таки отходы мусора, о которых мы говорили, ребята их грузят в контейнеры и вывозят, утилизируют. Поэтому, как правило, всегда на строительной площадке чисто, но после того, как демонтируют упаковку, все равно как бы временно складируются ее остатки в определенные области, специально для этого подготовленные. Продолжается монтаж приямков. Один уже готов, выполнена гидроизоляция, но осталось еще один в данной секции. Пойдемте дальше. Подходим с вами к очередному приямку. Здесь производится обвязка арматурой, уже выполнена подбетонка, основание, соответственно, будет установлена опалубка и будет заливаться. Ну, вот там ребята вам покажут. Ну и вот мы подошли к такой интересной точке обзора на сегодняшний день. Отсюда мы видим, что основная часть здания уже законтрена, установлены плиты цокольного этажа. И вот если смотреть вот так, то здесь мы с вами видим, что для того, чтобы собрать металлоконструкцию в этой части, необходимо переместить кран, потому что он довольно большой, и, соответственно, для этого нужно подготовить площадку. А там мы видим огромное количество бетона, большое количество песка. Поэтому площадка будет подготовлена, и здесь монтаж тоже также будет завершен. И, соответственно, как только здесь будет завершен монтаж металлоконструкций, будет возможность выполнить уже установку опалубки разборной для того, чтобы продолжить отливку лестничного марша. Собственно, так, как это делается сейчас с другой стороны нашего Чебурашки. Ну и как бы вот с того ракурса, куда мы сейчас с вами придем, хотя, наверное, ребята вам это покажут, уже видно, что площадка заканчивается, и здание уже настолько выехало в переднюю часть площадки, что фактически оно уже наезжает на строительный городок, и для того, чтобы следить, что происходит на строительной площадке, достаточно подойти к окну из офисной части, сделать вот так и увидеть уже перед собой растущий по КТБ. Поэтому в целом на сегодня, я думаю, обзор мы наш завершаем, но сейчас я вам продемонстрирую один кадр, а вы попробуйте угадать, что, собственно, вам сейчас будет показано. Поставьте видео на паузу, напишите комментарий, а потом себя проверите. Пойдемте. Ну а сейчас за моей спиной вы видите огромные просторы рабочего пространства, и вот подобные кадры мы вам уже показывали, пролеты, да, красивые. Собственно, попробуйте определить, поставив видео на паузу, это вдоль или поперек. Определились? Так это поперек. Строимся, господа, строимся. До новых встреч!